Пока мой ролик грузится, интернет медленно работает. Медленно, а у меня ролик огромный. И вот вышла статья, как раз я прям как в воду глядела, о том, что он превратил Валерию в домработницу. Бесплатная домработница. Бросил сына вслед за дочерью. Измученный Омаров вспомнил об оставленных детях. И он переселился в Дубае и каждый день ходит в офис, перебрался в Арабские Эмираты. Вот. И тут говорится, что превратил Валерию в домработницу и эксплуатирует ее. То же самое, то, что я говорила в ролике. Вот он сейчас вот-вот, как говорится, будет напечатан. Я прям как в воду глядела. Ну да ладно. Так что вот так, не я одна об этом подумала. Все уже думают о том, что действительно Омаров хитрый жук. Потому что он мягко стелил, мягко очень стелил, чтобы вот эта Валерия влюбилась в него и была как домработница. Она уже ему не нужна, он не уделяет ей внимания. А дома всегда есть приготовленный обед, дома всегда есть еда, одежда, постирает, уберет. Так что вот такие дела, господа. Все предсказуемо, я же говорю, хитрец этот Омаров. Омаров хитрый жук. Так что вот так. Он и сына бросил, и дочку бросил, и умотал в Эмираты. И там он сейчас трудится в поте лица. Так что вот так. А ролик вот я говорю, показываю, что действительно он грузится. Вот он грузится. Вот. И будет он называться «Омаров с Бородиной на диване лежал». А теперь часто остается на работе и не уделяет внимания Валерии. Я прям как смотрела воду, вот ролик у меня огромный, материала полно. Вот, так что пока он еще не загрузился, когда же он загрузится, ой, сколько времени пройдет. Так что вот так, господа, вот такие дела. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А Омаров точно жук. Жук, хитрый жук. Он Валерию влюбил в себя, она теперь бесплатно вкалывает в Дубае на него. Стирает, гладит, готовит, убирает и прочее, как говорится, обслуживает его в постели. Так что вот так, господа, хитрый этот Омаров жук. Вот. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. А кто хочет помочь развитию канала, под роликом есть расчетный счет.